отобрала у меня фотографию. Но как выяснилось, посмертное завещание своего неожиданное. Очень неожиданно. Да, неожиданно. И в этом завещании отец отписывает все свое имущество, в том числе и квартиру, соответствует небрачной дочери. Вот это меня больше всего волнует. Я прошу суда, соответственно, помочь мне вернуть эту квартиру, потому что однушка, которая осталась после отца, я на нее не претендую. Она находится на окраине города, максимально 8 миллионов. Трехкомнатная квартира, в которой живу я со своей семьей сейчас, of course.